Живопись натуры очень сильно отличается от рисования по фотографии. Это не только связано с цветом, тоном, колоритом, но и с разностью ощущений, которые вы получаете, сидя у монитора, глядя на фотографию, или работая с натуры на пленэре. Вы даже не представляете, какие ощущения и эмоции можно получить, если написать картину с натуры. Например, этот пейзаж я написал в Адыгее. Он сейчас находится в моей студии. Когда я прохожу мимо и смотрю на эту картину, вспоминаю все до мелочей. Журчание реки, пение птиц, порывы ветра, мое самочувствие. Можно сказать, что пленэр – это портал в прошлое. Когда смотришь на картину, попадаешь в него. Ни одна фотография в мире не даст столько эмоций и ощущений, как живопись с натуры.